Давай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучим занятие, которое я вел в Потеряевке первый год, когда там были староста, он еще и староста не был, Игорь Александрович Барабаш, он записывал, был один только магнитофон кассетный на всю деревню, и он записывал, и кое-что сохранилось. Сохранилось 123 занятия, 123 воскресенья. Там оборванные концовки, ну понятно о чем, это тематические. Купили инструмент, инструмент. Даже дождь был, я пишу о погоде. Кто-то приехал, гости, вот такое. Сейчас сегодняшняя тема потери. Так, давай, дорогой брат, помогай. Никита отправили мы в деревню. Борьба со снегом там, прокапывать везде, на прудах и везде. Засыпала лага, трехметровые траншеи теперь они там бьют, чтобы вода прошла, не разорвала плотины. Итак, считаем. Передо мной сидят люди потеряевские, немного их. Наша родная Потеряевка ныне известна в мире больше, чем Корчино. Корчино, Мамонт, это сельсовет. Мамонт, это районы. И даже Алтайский край. И больше. Снятые фильмы раскатились по всему миру. Название свое так, эта деревушка получила от первых поселенцев Потеряевых. А как они получили свою фамилию? Фамилии давали по качеству человека, по специальности, по имени родителей. Когда этому человеку давали фамилию, видимо, или этот человек что-то терял, или у него был такой вид потерянный, Потеряев. Потеряев. Потом они к нам приезжали. Нас интересует то, как Слово Божие смотрит на потерю. Корень этого слова в Библии встречается 50 раз. Иов 42:10. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде». Интересно, у нас когда заходишь в притворе, ну коридор, и там на стене образование общины, как фотографии, все. И главный эпиграф написали сестры, я даже не думал, не знал, вот этот стих, что я судился 11 лет, у меня изъята была фонотека, я этот процесс выиграл. Ну как выиграл? Я выиграл. Бог сделал так. Правда, отдали 1/200 часть. И это рассчитаться не могли. Я предложил рассчитаться недвижимостью. И мне в центре города дали 2 домика. Это уже все, я хозяин. 2 домика. И 13 соток земли. Вот в одном мы молимся. Ну, я просил там, ну, чтобы квадратов 50 хотя бы было. А дали 226 квадратных метров. А потом это не жилые были здания, а свод, спасение на водах, станция. А потом мэр города, близко были знакомы, помог бесплатно. В течение года переводили их в жилые. И далее. Иоанн Златоуст поясняет, что Господь удвоил все имущество Иова, которое было отнято, и для Иова окончательно перестало существовать. А как же детей? Не вдвое больше стало, а только опять столько же. 10. Вот так. Нет, не так. Ибо дети эти живы были, хотя телом они и погибли. Но теперь снова 10, а те были живы у Бога. Потому и было детей тоже вдвое больше, чем раньше это было. Вот Иоанн Златоуст такое говорит. Вот надо же, вот какая мысль у него. Исаия 47:9. Но внезапно в один день придет к тебе то и другое. Потери детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя. Несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Исаия 49:20. Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе: тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить. Вот сейчас это говорят нам со всех сторон. И южные народы там лезут, мусульмане, и Китай. Жить им негде. А тут просторы огромные, они обязательно будут отняты. Ну как? Ну собираются на международные какие-то там коллоквиумы, конгрессы. И говорят, земля кому принадлежит? Вы верите, написано, земля Господня. Так, у вас сколько человек на квадратный километр? Ну, 3 человека. А у них 300. Им негде. Они горы рубят уступами, земля засыпает. И... Ну что, справедливо? Вымирающая Россия. 20 почти тысяч абортов каждый день. Ну, только недавно Жириновский выступал и говорит, 10 миллионов женщин никогда не выйдут замуж. Настолько их больше, чем мужчин. А где? Да везде лезут во все конфликты.
То есть царь так делал везде лес. И гибнет народ. Так что нас ждет нехорошее дело впереди, потому что нет покаяния. Так и здесь. Было сколько людей, и теперь больше того и не нужно. Активных людей в вере тут нет. Зима какая уже по счету. А в других деревнях нет от потеряевских благовестия. То есть я их начинаю своим говорить. Почему не едете на благовестие-то? Спрашивают меня. А вот если бы ты тут жил, то как бы проводил зиму? В первую очередь, была бы у меня скотинка или нет? Если нет, это один вопрос. Встал и ушел месяца на два, на три. А если есть скотина, то нужно с кем-то с родственным по духу, чтобы он досматривал, ухаживал, приумножал твое состояние. Потом пошел бы с материалами по соседним деревням. У кого бы остановиться, это уж Бог указал бы. Да, вот именно так. Я-то живу в Барнауле. Я сейчас в Барнауле нахожусь. А лето все в деревне. Читаем «Судьбу человека» Шолохова. Врач проползает ночью и повторяет одно и то же. Раненый есть. То есть в храм немцы загнали пленных, и он ночью там ищет людей, кому помочь. А здесь осинку не дал. И уже. Я лечить детей не буду. Да какой же ты врач после этого? То есть сидит тут врач, ей что-то надо было спилить, но это по разрешению только. Сказали, нет, другое дерево там пили, горбатое, а прямая это не надо, пусть она растет. Все, она врач и говорит, а я детей твоих лечить не буду. Да когда врач-то, она и раненых немцев лечили, их немцам попадали пленные, и там их лечили в плену, советских. Врачу разницы не должно быть, он просто врач. А здесь-то такое вылепило верующее. Кто из вас ничего никогда не терял из вещей? Поднимите руку. Посчитай, сколько у каждого карманов. У меня 5, не считая на брюках. А женщине не дали ни одного. Она за рукав платочек подталкивает. И на дню сколько раз теряет? Всего 9, как у Мадзедуна. То есть я говорю, у меня 9 карманов, 9. А она сидит, женщина, и дети приезжают, ни одного кармана. А если есть, то растягивается сбоку. Если его расстегнуть, то днище прямо полностью открыто выпадать. Я даже на это обращаю внимание. Всякая вещь, которой пользуются не по назначению, она портится и теряется. То есть тема потеря, потеря. Паспорт и деньги должны быть не в сумочке. Жулик рванул только, и уже ты ничья. И ни документов, ни гроша. Могу сказать, что за всю жизнь я не потерял ни одного ключа, ни одного рубля, не дал бродягам утащить. А терял ли что-либо? Терял на 2 минуты. У меня всегда в сапогах это потеря. И окажется из рваного кармана. Ну, внезапно карман прохудился. Так у меня ключ, он обязательно на резинку там привязанный. Да еще красная тряпочка. Если он провалится, а куда? Штанина-то идет в сапоги. Я в ботинки не ношу никогда. Потери, вот жизнь прожил, ни одной потери не было. Почему? Я не люблю эту потерю. Зачем это? Приехал знакомый из Германии и рассказал вещи непонятные и странные для нас. Он забыл в аэропорту свою вещь. Вспомнил только в гостинице. Приехал, ему и указывают склад потерянных вещей. Заходи и бери. А почему он забыл? Павел Эдуардович, учитель здесь, в Измарнуло поезжал. Потому что я, говорит, взял, у меня 4 места было. Ну, маленькие там взять-то. А дорогой-то, я, говорит, еще где-то там, где-то остановка была или что, я купил мед. Или родственники там провожали, дали. Баночка такая, медведь тащит мед. Ну, подарок-то. И поэтому я, говорит, посчитал 4, а уже 5. Я забыл, уехал, а потом вспомнил и вернулся опять на аэродром. А у него нет ни на это дела-то. Ни справок, ни документов. Просто чужой не придет. Совесть есть. То есть ему сказали, ну вот зайдите, потерянные вещи, кто оставил, забытые. Он зашел, а там полно их стоит, а такие же растяпы. Ему говорят, бери, где твоя. Он говорит, ну какой-то документ должен быть, а то я возьму чужое. Как ты возьмешь, если она не твоя? То есть они даже понять не могут. Да, так можно. Ну у нас так принято, у вас в Советском Союзе, говорят, по-другому. Вы все воруете везде и боитесь друг друга. Дальше. А у нас потеряно. Или еще. Идем с родственником по городу.
и он указывает на организацию, где выдают приезжим деньги на их карманные расходы, чтобы тебе, когда войдешь в церковь, было что положить. Ты же человек, и никто не должен знать, что ты бедный. Это в Германии. Он с братом пошли гулять, он говорит, вот организация, зайди, говорит, получи деньги. Ну какие деньги? Ну ты приезжий, у тебя же видно, билет есть. Да как они дадут? Да ты иди бери, говорит, дадут. Так я могу сколько раз заходить? Нет, не зайдешь, потому что скажут один раз только заходить. И где запишут тебя? Не знаю, говорит, но дают всем. И два раза один тот же человек не зайдет получать пособие. И его не записывают, совесть у них есть. А предположи, что у нас так без записи. Без записи деньги дают. Так раздавальщик бы с кумом Кондратием к утру бы вдвоем все сбыли и пропили. Мы потеряли совесть давным-давно. Ну вот я говорю об этом и... Второзаконие 22.3. Так поступай и со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна, и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. Вот нашел вещь, положил ее куда надо, и все. Это тогда был Песков Василий Михайлович, он писал в «Комсомольской правде» везде про животных, про птиц. Он поехал как-то в Финляндию, кажется. Ну и там где-то остановился. И, а им говорят, куда сейчас едешь? Да сейчас еду, там знакомый есть такой тоже, орнитолог. Я, говорит, к нему. О, так это по пути. Там на 50-м километре, говорит, ящик стоит, большой ящик, говорит, с крышкой. Вы вот эту посылку туда положите. Как положите? Так она же около дороги. Ну да, около дороги. А там, говорит, в сторону от рожек, и там живут, кому это, чтобы не ехать туда, почтальону-то. Так как я открою ящик, а он не закрытый. Так а любой возьмет, как возьмет, там же написано посылка-то не ему. Я, говорит, понять не могу, да как это может такое быть? А вот так люди привыкли. Мы даже не понимаем, как люди живут. Он подошел, и туда заглядывают, идут все, которые от рожек дороги туда идет, туда в сторону подойдет. Нет, мне ничего нету. Письмо глянул, положил, его даже не, нет. Велосипед один, говорит, перегоняли там где-то в Стокгольме или где с места на место. 50 с лишним лет. Оказывается, хозяин умер, а дворник его переставляет с места на место. А я в библиотеку только зашел, книгу сменять-то, выхожу, новый велосипед, по сегодняшний день нигде нету. Я в милиции, они говорят, а ты уже не первый сегодня. Страна воров. И мы должны это сказать. Нигде ничего нельзя оставить. Эта глава подробно поясняет то, что ты должен делать с потерянной вещью, которую найдешь. Если же кто нашел и заперся, а потом выявили, то нужно отнять вещь и приложить еще пятую часть стоимости вещи этой. Писали об этом бедном негре. Об одном. Писали об одном бедном негре, который нашел потерянный мешок с ассигнациями, выпавший из инкассаторской машины. Он сдал, как положено христианину, поступил. Так его родственники такое на него гонение устроили. Дурак, ты бы всех нас в люди вывел. Вот так. Второзаконие 32.28. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. Вот надо знать, какое место в Библии относится к этому. Они на меня за это нападают. А другое место есть какое-то? Вот такое? Нет, тут только одно. Одно место. Ну а как вы знаете? Я не знаю. У меня они как буквы, как будто всплывают передо мною. Эта потеря произошла в 1917 году. А для других и много раньше. Пошли за сатанистами. А царя отвергли. Бога забыли. Бессовестные стали. Один проповедник говорил, что к нему в доме умалишенных подошел один из его пациентов и говорит ему: «Вы благодарите Бога за то, что у вас здравый ум?» Нет, благодарите. Вы благодарите Бога за то, что у вас здравый ум? Потерять веру, как было со святым Нифонтом, это ужасная потеря. Почти в каждой камере в тюрьме написано: «Свободу ценит только тот, кто потерял ее». Я слово «потери» объясняю со всех сторон. И обрамление из колючей проволоки. Оцени все это при жизни. Возблагодари Бога за его дары. Вакуум. 1 глава, 4 стих.
От этого закон потерял силу, и суда праведного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то есть суд происходит превратный. По радио говорили о Чубайсе, как о лучшем финансисте, и какое ему звание присвоили в Европе. То есть это главный смотрящий, он выше Путина. Из клуба Билдербергского-то 300, он один только на всю Россию, один, Чубайс Анатолий. Вот. А другие пояснили, что это звание за то, что так сумел ограбить всех. Конечно, раз он еврей, то масоны своему и дают звание. Слава Иисусу Христу! Нам же нужно знать волю Божию и причину того, почему нет правильного суда. Почему мы часто слышим, что электричество отключают даже от военных объектов? Захария 11:16. Ибо вот, я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявших не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Вот так. Патриарх Алексей II считает, что у него овечек 86 миллионов. Но на Пасху было в храме всего 800 тысяч по России. Так пишут. И потерянных никто не ищет, не разведывает. Об этом Христос сказал. Как сказал? Луки 15 глава 4 стих. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. Матфея 5:13. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Нужно знать, что такое соль, которая должна быть в каждом из нас. И если эта соль теряет свою силу, вкус, то исцеления нет. Будет только название соли. А там вкуса нет. Приснятина. Придумали облик монаха. Ничего не видеть, молчать и глаза долу потупленные. С чего и с кого этот образ пишется? Но только не с Христа, не с апостола Павла. Когда потеряна сила евангельского духа, сила первоапостольская, то где ты ее добудешь? В акафистах? Если Евангелие не дает тебе ничего, то остальное уже не поможет. Матфея 10 глава 39 стих. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Самое дорогое, отдающее ради Христа, не потерять душу, а сделать ее ценной для Господа. Марка 8:35. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Все, что потратил на себя, это ушло в землю. Что потратил на ближнего, это отправил на небо. Бывает, дают тебе, раздай нуждающимся, а то я никого не знаю, кто больше нуждается. Это так говорят. Толе Петеримову одна бабка так дала денег, и он, очень честный человек, выполнил ее завещание. А она еще не умерла и стала требовать вернуть ее вклад. То есть дала ей, что раздай кому-нибудь, а то я дома сижу, а ты ходишь там, ну найди нуждающихся. А потом стало требовать назад. Так и здесь. В пруд вложили. И тут же стали некоторые требовать назад. То есть пруд мы запрудили, помогали. Люди какие потерялись, говорят, а я работал. Ну что ты работал? Так я всю жизнь работаю для кого-то. Это же мы обустраиваем местность. Я называю... Свято-татцы. В монастырь кто приходит, то отданное вклад никогда и ни при каких условиях не возвращается. Ты уже... отправленное на небо, своими руками содрал и бросил на землю. Вспомните житие апостола Фомы, как он, царю на небе, построил дворец через раздачу милостыни.
Но это житие святых надо смотреть. 2 Иоанна 1:8. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Сирахова, 20 глава, 9 стих. Бывает успех человека ко злу, а находка в потерю. В житии Василия Нового, у которого был ученик Григорий, дорога он нашел пояс и не возвратил хозяину, скрыл при себе. В пояс закладывались деньги. Ночью во сне увидел его учитель и поясняет его поступок. Я отпустил тебя к родителям картошку копать по осени, а ты уже и вор. Я вор? Где я воровал? А в гостинице? Кто нашел пояс? Так знай, друг мой, потеряешь больше. Тут же и потеря его потрясла, но солиднее, чем находка. 3 Ездр 10:15. Посему воздержись теперь от скорби твоей и мужественно переноси случившуюся тебе потерю. Вот такое место тоже только одно в Библии есть. Видите, как оно? И мы же скорбим, когда говорит, а нашел не радуйся, потерял не скорби, да. Потерял – не печалься, а нашел – не радуйся. Сирахова 8:15. Не давай взаймы человеку, который сильнее тебя, а если дашь, то считай себя потерявшим. Особенно при инфляции. Дал одной баптистке 10 рублей. Она у меня занимать пришла. Еще до перестройки. А она теперь пришла и дает десятку, когда я на нее не могу даже пол кирпича хлеба купить. А тогда я ей дал на 60 кирпичей хлеба, и с остатком было. Сирахова, 14 глава, 2 стих. Блажен, кого не зазирает душа его, и кто не потерял надежды своей. Сирахова 29:17. Добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд оставит его. Потерявший стыд, потеря. Тема потеря, что стыд потерял человек. Если твой товарищ попал в беду, а ты не помог, то ты бесстыдный. Кто открывает тайну, тот потерял друга навсегда. Сирахова 27:23. Но кто открыл тайны, тот потерял надежду на примирение. Слово «потеряевка» звучит над всем миром, как реквием прошлому. 3 Ездры 14:10. Ибо век потерял свою юность, и времена приближаются к старости. Век одряхлел. Нет Антониев, Златоустов. Кто обличит правителей? Где эти пророки? Самая большая потеря была у Адама, потерявшего рай. Последствия этой потери нельзя измерить ничем. Бытие 3 глава. И в 3 Ездра 7 главе говорится подробно об этих потерях. Пушкин пишет в эпиграфе: «Берегите платье снову, а честь молоду». Мужчинам главная потеря была потеря мужества. 1 Маковейского 3:56. «И сказали тем, которые строили дома, обручились с женами, насадили виноградники, и людям боязливым, чтобы каждый из них по закону возвратился в свой дом». Вот война объявлена, ну как отечественная война. И выстраивали людей и говорили: ну ты когда женился? Только женился, говорит, и все, живи в течение года, утешай жену. Виноградник насадил, а еще не выросло. Вот когда ты поешь с виноградника, тогда пойдешь на войну. А я боюсь, боязливых не нужно, иди домой. Но только на доме будет табличка, видимо, висеть: «Дом боязливого». Вот какой закон был в Израиле. 2 Маковейское 8:13. Тогда боязливые и не веровавшие в воздаяние Божие разбежались, оставив места свои. Места свои. Второзаконие 28. Еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал
робкими сердца братьев его, как его сердце. А сейчас брали, он с первой бомбежки кричит: мама, а заградительные отряды, и тут же их всех расстреляли, и все. А так бы жил он, сколько наработал бы. То есть совсем не так живем. Вернуться можно было, но на его доме отныне будет стоять клеймо «Боязливый». Для девушки самое главное сокровище было его, ее детство, за которым так много охотников всегда. Второзаконие 22.14. И будет возводить на нее порочные дела. То есть это когда женятся, и она не понравится, и он начнет на нее наговаривать. И пустит о ней худую молву и скажет: я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее детства. То отец от роковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки детства от роковицы к старейшинам города, к воротам. Ну а какие признаки? Ну, брачную простынь. Второзаконие 22.20. Если же сказанное будет истина, и не найдется девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца его, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. Итак, истреби зло из среды себя. Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину. Итак, истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. От роковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. Итак, истреби зло из среды себя. В тюрьму не сажали, а сразу навели порядок, и все. Левит 21.9. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего. Огнем должно сжечь ее. Раз звание отца ближе, то уже не убивать, а сжечь. Еще больше наказания. Многие книги были утеряны. И кладякийцам послание апостола Павла было утеряно. Колоссянам 4 глава 16. Мы говорим о потере. Заголовок, занятие, потеря. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Сколько у нас всего потеряно в государстве? Сказать трудно. Какие территории там все заботятся? А детство-то? Потому что в 8 классе-то ничего не найдешь. Ну что тут непонятно-то, что мы совсем не такие, как надо. Было время, когда было потеряно не одно послание, а сам закон. 4 Царств, 22 глава, с 8 по 10 стих. И сказал Хелкия, первосвященник, Шафану, писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан, писец, к царю, и принес царю ответ, и сказал: взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки производителям работ, представленным к дому Господню. И донес Шафан писец царю, говоря: книгу дал мне Хелкия священник. И читал ее Шафан пред царем. То есть утеряно. Где что у нас было утеряно? Деньги собирать это знают. А Библии вообще ни одного экземпляра нет в стране. И никто не беспокоится. Да. Спрашивается, чем же они гордились тогда? Обрядами старыми, что вовремя ягненку копыта оторвали? Где сало какое сжечь, где кровью помазать? Десятину дают исправно. Ящики для хранилищ новые, еще больше построили. Работа идет. Плотники, каменщики в почете. А слово Божие вообще не звучит. И вдруг там внизу засыпанное лежит послание от Бога. Как оно туда попало? Место хранения для закона было совсем другое. Явно, что сунули куда-то за ненадобностью.
читают акафисты, каноны, повещерницы. Служба идет регулярно. За этим смотрят. Тогдашняя литургия, в кавычках, шла неукоснительно. Чтобы пропустил священник службу Божию? Чтобы пропустил священник службу Божию, а священного писания даже и не слышали. Как же они учили? И чему? Не похоже ли на наши семинарии и академии и то, что так развито сегодня? Главное – богослужение. Богослужение. Жертвы. Главное – причаститься. Главное – успеть перед смертью проглотить причастие. А иногда вся твоя жизнь... А иначе вся твоя жизнь насмарку и пойдет. Будь ты хоть самый правоверный и ревностнейший христианин, как лотерею разыгрывают. Пред смертью успевают в схимну постричь и канонизировать его. Новые божества рождаются, как на Олимпе. Пришли в ужас все, когда слова закона достигли их сердца. Да куда же мы шли все эти годы? Узнать, действительно ли это самое, что ни на есть неподдельная книга, пошли к пророчице, и она им подсказала, что да, был от Бога когда-то дан закон. Точная копия отношения к Библии православной. Ну вот это, сейчас я выключаю, потом подключу опять, кто пожелает. Это мы тему закончили.